Театр для Елены Шутеевой как отдушина, но бывать там девушке удается нечасто. На пути всякий раз встает непреодолимая преграда – ступеньки. Это было очень давно. Мы были с сестрой. Это было, наверное, года два назад. Два года назад на ступенях свободного пространства появился пандус. Но закатить по нему коляску – дело непростое, габариты не подходят. Освободить искусство от таких границ можно, но для этого нужны современные технологии. Ступенькоход – это альтернатива, не нужно никаких-то особых конструкций. И искусство без преград, то есть человек на инвалидной коляске свободно может посещать театр. 250 тысяч на лестничный ход уже есть. Это деньги, которые общество инвалидов получило в качестве гранта в городском конкурсе. Инвалид приехал на машине, его встретили, закрепили на этом. Лестничный ход его довез до зрительного зала. Если нужно в буфет, до буфета, если нужно, до туалета. Кстати, туалет для инвалидов в свободном пространстве тоже будет специальный. На него сейчас тоже собираются деньги. Не хватает 50 тысяч рублей. Наша цель не просто сбор денежных средств, а именно приобщение людей к проблемам инвалидов, чтобы все это было сообща. Сумма, которую вы готовы пожертвовать на проект «Искусство без преград», будет списана со счета вашего мобильного телефона. В поле сообщения необходимо набрать слово «ТЮЗ», через пробел указать сумму. Далее отправить сообщение на номер 7715. Деньги поступят на счет Национального благотворительного фонда для покупки биотуалетов для инвалидов. За отправку СМС спишутся деньги. Дороже всего такая услуга обойдется абонентам Теле2. Сэкономить удастся на Билайне. На сегодняшний момент удалось собрать 1226 рублей.